Ну что ж, дорогие мои, продолжаем оттуда, где, собственно, закончили прошлую серию. Ну что, готовы рвать когти со станции, капитан? Еще как готово. Я займусь блокировкой, а вы отправляйтесь на Нормандию и скажите Джокеру, чтобы был наготове. Давай-давай. Бегом на Нормандию, друзья. Бегом на Нормандию. В принципе, здесь больше, по-моему, никого вообще нет, поэтому... Что-либо смотреть, искать здесь бесполезно. Насколько я помню, я выполнил все абсолютно задания. Ну, за исключением одного, но особого смысла в его выполнении я не вижу. Да, задание на Ферусе, плюс сбор дополнительных ископаемых. Новости шоу-бизнеса. Фрэнсис Кит рассказал о своих планах поставить Гамлета с труппой Элкоров. Эта постановка откроет для Элкоров мир драматического театра, где принц Гамлет будет использовать язык тела и феромоны. По словам Кита, ему также интересно дать зрителям возможность судить Гамлета по его поступкам, а не эмоциям. И все? На самом деле, представьте Элкора, да, и... И просто попробуйте вообразить, как будет выглядеть эта постановка. Это же нечто... Это нечто, в принципе, да? То есть нечто как минимум странное. Ладно, бежим. Бежим, ребята. Давайте. Джокер, заводи мотор! Заводи мотор, мужик. Группа высадки приготовится. Меня прорезали. Процедура дезинфекции. Еще раз. Дезинфицировали дважды, так сказать. Андерсон, что вы здесь делаете? Я не посылал. Ой, кажется, нам разрешили вылет. Вытаскивай нас отсюда, Джокер. Уж кто-кто, а Джокер-то нас отсюда точно вытащит. Этот засранец умеет. Этот засранец могёт. Ну что ж. А теперь мы самую малость преступники. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Поверить не могу, что мы похитили Нормандию. Действительно. Нас всех ждет трибунал, если ничего не выйдет. Черт, но мне нравится эта авантюра. А ты прям, я смотрю, дедуль, прям молодец. Нравится ему авантюрка такая, а? Прям Пресли красавчик, чё. Ладно, Джокер, ты что по этому поводу думаешь? Ах ты черт, погони не видно? Я-то надеялся, совет пошлет за нами хоть пару кораблей. Мне так хотелось испытать Нормандию. Заставить красотку попотеть по-настоящему. Сарен все еще на свободе. Скоро у нас появится шанс поиграть в прятки с властелином. А что-то у вас голос не очень веселый, когда вы об этом говорите, капитан. Да, так вам нужно что-нибудь? Нет. Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Агась. Ну, по крайней мере, я все, что он говорил, как бы и так знаю, поэтому навряд ли мне скажет что-то новое. Нам нужно лететь на Ил, а единственный способ это сделать это через ретранслятор, но я думаю сначала опять поговорить со всей своей командой, собственно, как бы, а потом уже полететь куда-то. Ладненько. Ты нам нового, по-моему, ничего не скажешь, да? Это так странно, скрываться от Альянса. Экипаж всем пожертвовал ради вас, Шепард. Не подведите нас. Да я уж постараюсь как-нибудь. У меня такое чувство, что вы хотите меня о чем-то спросить, капитан. Я просто хочу поговорить. Конечно, Шепард. О чем вы хотите побеседовать? Ни о чем на самом деле, потому что ты ни о чем не хочешь беседовать, а у меня нет предложений, как бы, поэтому до свидания. Мне пора.
До свидания, Шепард. Классно поболтали, да? Мне тоже понравилось. Надо почаще так делать. Вот такие диалоги и нужны в этой игре, да. Типа, хаюшки, Шепард, привет. Пока, Шепард, пока. Самый хороший диалог. Вот прям окунает в мир Mass Effect'а. Прям по голову. Кто-то еще новое что-нибудь будет говорить? Давайте сначала сходим к нашей кварианке. Я думаю, в этом есть смысл. Мы беглые преступники. Вот это приключение, Шепард. Интересно, что Совет с нами сделает, если мы попадемся? Нормандия. Лучший корабль флота. Нас не догонит. Надеюсь, вы правы. Мне нужно идти. Увидимся. Кто знает. Слышал, мы направляемся в систему Термина, капитан. Не волнуйтесь, мэм. Нормандия чертовски классный корабль. Вывезет лошадка, не подкачает. Будем надеяться, иначе у нас проблемы. Так, поговорим со всеми остальными. Не верится, что мы похитили Нормандию. После всего, что вы мне говорили, довольно резкий поступок, не считаете? Похищение Нормандии — ерунда по сравнению с тем, насколько опасен Саран. Да, пожалуй, вы правы. Если вы ошибаетесь, мы за это заплатим. Но если правы, а мы ничего не сделаем, мы пожалеем гораздо сильнее. Надеюсь, мы поймаем Сарана прежде, чем они поймут, что мы сбежали. Поймаем. Просто будьте наготове. Да, капитан. Круто. Давай ты, Рекс. Похитить корабль Альянса — рисковое дело. Да ладно. Но я с вами, Шепард. Это меньшее, что я могу. Все остальные считают, что я спятила. Иногда сойти с ума — лучший выход. Надеюсь, нас цапают не раньше, чем мы доберемся до Сарана. Мы разделаемся с ним вместе. Вы нас вытащите, Шепард. До встречи, Рекс. Шепард. То есть Рекс уже уверен в том, что не он нас вытащит, как бы боевой Кроган, который не боится опасности, а именно какая-то слабая земная девушка. Капитан, что вы думаете о последней миссии? Нас ждет тяжелая схватка. Флоты ИИ дредноутов, которые десятки раз уничтожали всю разумную жизнь? Шансы не в нашу пользу. У нас есть преимущество. Мы теперь знаем об их приближении и об их способностях к внушению. Я не собираюсь лечь и умереть, шкипер. Об этом не волнуйтесь. Но я пеший боец. Против пожинателей моя винтовка, что рогатка. Мне в этой войне места нет. И меня бесит, что я не смогу отстреливаться. У вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Мне надо возвращаться к своим обязанностям, шкипер. Винтовки ждут. То есть вот тебя вообще не волнует, что мы корабль только что стырили, да? Вот вообще никак. Окей. Вы свободны, сержант. Мэм. Ты знаете, мы только что украли боевой флот... Да, боевой флот. Боевой корабль, да? То есть единственный в своем роде. Нарушили кучу межгалактических законов. Сделали кучу всего плохого. Её это вообще не колышет. То есть вот, вот совсем. Хотя, чему я удивляюсь, нам недавно Тали сказала привет пока, как бы, ну, тоже. Украли корабль? Да, нормально, чё. Каждый день такое вижу. Боже ты мой, да даже Пресли был и то многословнее. Итак, улетаем с цитадели. И в самую попу Ила. Да, отправиться в другую систему. Так, вот у нас Ил. Давайте смотрим все по кругу. Итак, какие здесь есть планеты? Это Зафе, относительно небольшой водородный гелево-газовый гигант на экваториальной орбите расположено несколько состоящих из обломков тонких колец. Спектральный анализ показал их искусственное происхождение. Возможно, это обломки станции по добыче гелия-3. Ну, как вариант. Агитатон.
Эта плотная атмосфера агитатона содержит углекислый газ и этан. Атмосферное давление на планете чудовищно велико. Поверхность температуры которой чрезвычайно высока, имеет высокое содержание серы. Встречаются залежи золота. А ускорение свободного падения на поверхности имеет комфортное значение. В 1G в нескольких районах агитатона обнаружены обломки, которые могут являться фрагментами рухнувших протеанских колоний аэростатов. Исходя из площади, на которой были найдены эти обломки, вероятнее всего население колонии превышало 100 тысяч. Да, неплохо. Ил. Во времена золотой лихорадки протеанские цивилизации Ил представлял собой покрытую зеленью планету, на которой повсюду возвышались башни и арки изумительных городов. Неизвестная сила опустошила Ил, окрасив поверхность планеты в цвет ржавчины. В атмосфере обнаружено высокое количество кислорода. На темной стороне бушуют пожары, предположительно вызванные ударами молний. Это означает, что вероятнее всего все имевшиеся дыхательные системы существа вымерли. Так, сила тяжести на поверхности составляет комфортное значение 1,17G. В общем, как-то так. Приземляемся на Ил, и это будет, по идее, последняя миссия. Шепард, можно с вами поговорить? Я как раз думала о тебе. И я о тебе думала. И о том, с чем мы столкнемся. Не знаю, что ждет нас на Иле. Конечно, я надеюсь, что мы остановим Сарена, но я боюсь, что уже слишком поздно. Я хочу сказать тебе что-то на случай, если у нас ничего не получится. Нам все удастся, обещаю. Пожалуйста, я не утешение прошу. Возможно, Сарен уже нашел канал. Я хочу поговорить откровенно. Я пришла бы к тебе и раньше, но я боялась. Союз с представителем другого вида может изменить всю жизнь. Обычно я никогда раньше этого не делала, Шепард. Я хочу, чтобы ты была полностью уверена, Лиара. Особенно, если у тебя это в первый раз. Мне всего 106 лет. По меркам Азари я подросток. И время проводила в основном за своими исследованиями. А об этом как-то не думала, пока не встретила тебя. Я хочу это сделать, Шепард. Может, это наш последний шанс? Не надо этого делать, если ты не уверена. Ни в чем другом в жизни я не была так уверена. Ты соединишься со мной, Шепард? Пусть наши тела и сознание сольются. Просто скажи мне, что делать. Порнушка. Святая богиня, это было невероятно, Шепард. Это ты была невероятна. Расчетное время прибытия к Мюри-транслятору 5 минут. Я лучше пойду. Долг зовет. Джокера лучше не заставлять ждать. Шепард, что бы ни случилось на Иле, я хочу сказать спасибо тебе за все. Капитан, мы не одни. Их датчики уже засекли нас. Стелс-система работает. Они понятия не имеют, что мы здесь, если только мы не высунемся, чтобы нас стало видно. Тут что-то странное на поверхности планеты. Снижаемся, Джокер. Отметьте координаты.
Никак невозможно, капитан. Ближайшая зона высадки в 2 километрах. Пешком нам не успеть. Ищите что-нибудь поближе. Ближе ничего нет. Я уже смотрел. Выбросимся в Мака. Для такой выброски нужно хотя бы 100 метров ровной поверхности. А там самое большое 20. 20 метров? Нам в жизни не высадиться. Нужно попробовать. Ищите другую зону высадки. Другой зоны высадки нет. Угол спуска слишком крутой. Это единственный вариант. Это не вариант. Это самоубийство. Мы не... Я справлюсь. Джокер? Без паники. Я справлюсь. Всем собраться и спуститься к Мака. Джокер, выбросите нас прямо на башку этому гаду. Вот именно. С нами Джокер, и я в нем уверен. Ну или как-то так я должен был сказать. Не знаю, я в общем верю в Джокера. Но это попа. Будет больно. И жарко. Вы, ну, шевелитесь внутрь быстро, все дела. Сукин! Зверь закрыл. Мы должны попасть внутрь бункера до того, как Сарен найдет канал. Грубой силой мы эту дверь не откроем. Сарен как-то смог ее открыть. Где-то внутри комплекса должна быть кнопка, которая отключает защиту. Нам надо найти способ снова ее активировать. Да, этот гул. Боже, как он меня бесил в то время. Get солдат! Привет, get солдат! Солдат, get! Давайте уже, выезжайте сюда, ребят. Долго мне по вам, так сказать, долбать. А, ладно. Короче, Мака оставляем здесь, как, в принципе, и было предписано изначально, потому что, ну, не можем мы, к сожалению, там пройтись на Мака. Не можем, просто не можем. Как бы нам этого, так сказать, не хотелось. Грёбаный гет-штурмовик, ля-ля-ля-ля-ля. Минус. Минус все геты будут у нас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я, честно говоря, плохо уже помню, как здесь и что делать правильно. Не изменяет память, нам именно как бы вот сюда вот. Где-то здесь вот такая фигня находится, которая отключит это все. Так вот, где она? Вот этот вопрос, конечно. Потому что я вот этого реально не помню. Какой-то запертый ящик. Давайте подойдем, посмотрим, что там лежит. Ручное отключение. Почему бы нет? Легко. Убийца, снайперская винтовка. Лучше бы дали что-то более полезное. Солдат минус, пошел нафиг. Это типа протеани, я так понимаю. Какие-то они немножко большие. Самая малость. А управление шагающим танком. Ха, на 0,75 секунд успел. Шагающих танков на площади выключены. Ага, ха-ха-ха-ха-ха. Мы выключим шагающие танки, это хорошо. Штурмовой дрон, минус. Тоже хорошо. Нужно вот такие фишечки искать, потому что те же самые шагающие танки нам вообще нифига не к лицу будут. Когда они будут нас атаковать, нам мало не покажется. Поэтому фигню надо, конечно, вырубать. Серьезно, они очень жестокие. Очень сильно жестокие.
Особенно, когда их будет несколько. Это будет прям больно. Сильно больно. Так, открыть ящик, броня. Взять, фиг с ним. Смотрим, ищем. Нам с другой стороны, но я думаю, что сюда не зря бегу. Что-нибудь здесь да найду. Скорее всего. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. Так. Надо осматривать все, потому что реально много полезных фишечек, которые можно найти, но не всегда они явственно видны. Скажем так. Так. И что у нас здесь? У нас 5 пакетов. Отстань, разрушитель. Черт, я перекрелся немножко. Шел вон отсюда. Минус. И тебе, в принципе, тоже минус. Остался штурмовик, которого, в принципе, тоже минус. Так, здесь какой-то ящичек, нужно его вскрыть. Ручное отключение, естественно, как всегда. Какое у нас еще отключение от вашего может быть? А, хрен с ним, возьмем все. Хотя нам ничего из этого не нужно. В принципе. Так. Это, по-моему, лифт. Вроде бы, насколько мне не изменяет память. А? Еще ах, ты ж мразь. Мне винтовку перегрузили, сволочь. Хватит прыгать, сволочь. Все равно умрете. Эти прыгающие гады меня начинают убивать немножечко. Просто конкретно тем, что, знаете, они прыгают. Все время прыгают. Так. Так вот, к чему я? Там, собственно, был лифт, насколько я правильно помню. Который нас, да, доставлял вот туда вот наверх. Надо сейчас туда забраться. Так, контрольная панель. А это лифт активирован, да. Вот это все-таки лифт. Я, значит, был все-таки прав. Так. Здесь мы ничего не можем сделать. Единственное, где мы можем сделать, это вот тут вот. Средняя защищенность ящика, ручное отключение. Чуть-чуть подождать, и, в принципе, можно все сделать безопасно. Средняя броня, биоусилитель. Да, почему нет? Спрыгнуть мы, к сожалению, здесь не можем. Обидно. Хотя там не такое большое расстояние до земли, на самом деле. В принципе, могли бы спрыгнуть по-хорошему. Почему-то не можем. Почему-то Шепард не умеет прыгать. Это как бы проблема. Не сильно большая, но не очень-таки приятная. Так. Мы бежим. Музыка затихает. Это не круто. Нам в любом случае потом возвращаться к Мака, насколько мне не изменяет память. Мы спускаемся вниз, все ниже, и ниже, и ниже, и ниже. Лифт. Так, опс, стоп, назад, назад, назад. Внутренний двор. Внутренний двор. Блин, я вот сюда вот не ходил, кстати. Это... Уверен, что это центр управления всем комплексом. Наверное, бойцы Сарна заблокировали дверь. Если мы хотим попасть в бункер, надо будет придумать, как отключить блокировку. Черт, я чуть-чуть прослушал диалог, простите меня, пожалуйста. Я, в принципе, могу, конечно, отгрузиться, но... Такое. Так, давайте пробежимся аккуратненько, да посмотрим, где у нас что вообще есть. Ай. О! У нас здесь прайм образовался, самую малость. Праймик! Привет, мужик! А!
Возвращай жизнь, чувак. Надеюсь, тебе понравилось. Ура. Ой. Мне аж как-то больно даже стало немножко. Ой, привет, разрушитель. По сравнению с Праймом, ты ничто. Ты просто... просто ничто. Ля-ля-ля-ля-ля. Как и ты, в принципе, штурмовик тоже ничто. Знаете, когда вы встречаете Прайма, вам уже пофиг. То есть, ну, вот Прайм — это самое страшное, что вы можете здесь встретить. И если вы спокойно убиваете Прайма, а я его убиваю более или менее спокойно, то вам ничего особо не грозит. Ну, за исключением еще одной гадости, но... Так, сохраняемся. Пункт ремонта шагающих танков, ручное управление. И вот тут я обычно косячу. Вот, как бы, да. Придется за унигиль это делать. Пункт ремонта шагающих танков. Унигиля у нас не так уж и много. Поэтому придется как-то выкручиваться. Так. Насколько помню, это делается вот тут вот. Главное подобрать правильный тайминг. Но ни хрена я его не подобрал, потому что как-то так. Все, по-моему, больше нету ремонт танков. Мы больше не можем их делать. Поэтому это все в этом плане. Так, давайте посмотрим, есть ли здесь что-нибудь еще. На всякий случай. Там вот есть какой-то дешифровка ящик. Высокого уровня сложности. Улучшение брони. Давайте это все возьмем, а вот это все переработаем в уни... Хотя у нас унигеля, мама не горюй. В принципе-то... Ковалев, кстати, неплохая винтовочка, я так смотрю. Но по параметрам все-таки хуже нашей. Чуть больше урона, но в целом все основные параметры хуже. Так. Черт. Еще минус один. Ладно, давайте. Что здесь у нас? Нагината, дробайк. В принципе, даже зря взломал. Так. Здесь нам нужно будет контрольная панель сделать, активировать. Скорее. У Сарана уже преимущество. Мы должны его найти до того, как он доберется до канала. Если уже не добрался, тогда мы идем прямо в ловушку. Нам придется рискнуть. Подождите. Что-то происходит. Слишком поздно. Невозможно. Флоты вторжения. Спасения нет. Похоже на какое-то сообщение. Но я не узнаю этот язык. Скорее всего, это протеанский. Записи должно быть 50 тысяч лет. Неудивительно, что мы не понимаем. Сообщение фрагментировано, но некоторые слова я узнаю. Это предупреждение о вторжении пожинателей. Невероятно. Значит, шифр передал вашему разуму понимание протеанского языка. Небезопасно. Искать убежище внутри архивов. Что он говорит? Вы можете что-то разобрать? Вторгаются пожинатели. Цитадель сокрушен. Единственная надежда. Акт отчаяния. Канал. Все потеряно. Там что-то говорится о канале, но разобрать ничего нельзя. Надо идти. Не остановить. Не остановить. Ну, вы поняли, да? Как бы проблемка. Ладно, идем дальше. Так, а я не помню, кстати, здесь, по-моему, уже... Нам в другую сторону, вроде бы. И, по-моему, как раз через центр, нет? Насколько я помню. Если вот сюда вот. Так, этих шагающих танков. Ну да, там больше нет ничего. Берем винтовку, как обычно.
поехали. Естественно, по прямой мы не могли проехать сразу. Ну, то есть сразу спуститься сюда, в тыл врага зайти и все такое. Надо было обязательно обходить. Но оно того стоило. Мы получили там уровень, в принципе, который нам нафиг, правда, уже не нужен. Но почему бы и нет. Вот наши замечательные шагающие танки, которые мы, в принципе, отключили. Кстати, если бы мы здесь их не отключали, то у нас была бы небольшая проблема с танками. Так. Взять. То есть вот этот бы танк действовал, и он бы убивал нас. И сейчас бы у нас тут была попа немножко. Но так как мы все это тело отрубили, они вовсе нас не атакуют. Что является просто замечательной штукой. Единственное, сейчас я вот сюда быстренько пробегу. Я думаю, что это будет правильно. Потому что я не добежал до туда. Я должен был показать как минимум, что здесь было. Я просто не помню, что это давало. По-моему, здесь в принципе ничего нету, да? Ну да. Отсюда можно было перестрелять более-менее безопасно всех юнитов вражеских. Я понял. Вот, ну так как мы выключили танки, они теперь, насколько я помню, мы их даже не выключили, мы их как бы перепрограммировали на нашу сторону. И теперь они, собственно, за нас воюют. Так, это у нас что? Увеличивает защиту, уменьшает получаемый урон. А, вот оно. Блин, надо, кстати, когда с этим, с бессмертным, скажем так, сражаться буду, надо будет юзнуть. Ну, вы поняли, про кого я. Так, по-моему, здесь больше никого нету. В принципе, танки должны были справиться со всем. Если бы мы не отрубили, будет потом много проблем с танками. Не то чтобы их было сильно сложно убивать, нет, их не сложно убивать, но... ...за то, чтобы загнать транспортеров в жуткий подземный бунт. Хорошая идея. Огневая мощь не помешает. Да вы прям, я смотрю, ребята, с запалом. Я думал, Саран устроит нам какую-то ловушку или засаду. Но, наверное, он слишком спешил. Или мы в нее еще не попали. Скорее, правда, второй вариант, ну да ладно. Знаете, я хотел сделать это все одной серией, но почему-то мне кажется, что разумным будет разделить ее все же на две. Потому что уж слишком много интересностей здесь происходит. По ентому. Какие-то контейнеры? Похоже на анабиозные камеры. Наверное, протеане пытались сохранить себе жизнь с помощью криогенной заморозки. Но... Ну вот зачем было прерывать диалог, а? Сволочи. Вы заплатите за это? Ау. Улетело и то. Прям больно. Вот, что я хочу сказать, ребят, дорогие мои друзья, всем в любом случае спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия, и я надеюсь, что вам понравится следующая, которая, по идее, уже станет действительно финальной, насколько я могу судить, по крайней мере. Вот. Ну, по крайней мере, я хотел бы сделать ее финальной. А там уже как получится. Поэтому в любом случае всем спасибо, всем удачи, с вами был, как всегда, Дезертир, надеюсь, вам понравилось, дорогие мои друзья.